появился из танковых орудий. Разрушено несколько жилых домов. Стреляли и в Широкино, под Мариуполем, об этом сказал Ленцов. Подробности бизнес-ФМ сообщил журналист из Донецка Александр Наум. Предыдущие сутки были для дачан очень беспокойно. Делать интенсивно стрельба в районе аэропорта, причем даже из тяжелых орудий. Это, конечно, приносило людям большое беспокойство, потому что думали, что уже начались активные боевые действия, эпидемия закончилась. Но сегодня выяснилось, что действительно поселок Спартак был обстрелян в районе Донецкого аэропорта. Сам аэропорт и представители ОБСЕ, и представители вот этого местного центра контроля, и представители ДНР подтвердили о том, что обстрел велся из танковых орудий. Никакого прорыва не было, просто стреляли издалека. В результате были разрушены еще дома, которые, в принципе, также были разрушены до этого, потому что поселок Спартак практически сравняли с землей. Да, военные говорили о том, что в этом поселке живут около 70 человек, но они, видимо, где-то находятся в подвалах, потому что найти их нам не удалось. По информации Ленцова, обстрелы ведут неподконтрольный Киеву батальон. Он заявил о том, что в то же время и есть неподконтрольные подразделения в ДНР. Представители ДНР опровергали, потому что именно в Донецке, в ДНР в последнее время все батальоны, которые не вступили в состав Министерства обороны этой республики, были признаны незаконными бандформированиями. Печать.